Красавец. Я твой новый друг. До Нового года еще есть время. Подарки Дед Мороз принес. Давай не с киндера сюрприза, давай что-то другого. Ну давай. Ну давай, ну что там есть интересного? Покажи сначала, что интересного, а потом сюрприз. Давай что-нибудь доставай. Ой, показывай, что это такое. Это надо будет делать такую. Елочку мы сделаем, обязательно покажем. А ну давай мне, я буду показывать пока. Вот такая елочка. Видишь, это с конфетками. Что здесь написано? А, здесь что? А чего здесь микроволновка? А, здесь что-то надо заваривать. Это надо самим сделать. Это в... Надо спечь ее самим, да? Это не печь, это шоколад надо будет самим сделать. Ага, наверное... Вот, такой пирожок, форма. И это все. В общем, мы это все сделаем, вложи его там в елочки. Давай дальше. Что интересно еще? Ой, какой красивый. Красавец. Давай я посмотрю. Я ну вот что ж ты бросила? Я же не могу. Ой. Красавец. Привет! Всех с праздником, с Новым годом! Счастья, здоровья, успехов! Чока-чоколадки, чока-чоколадки. Давай я буду смотреть. Чока-бонбон. Интересно, шоколадки нам. И обычно еще куда-то. Ну, вообще, сладости. Ну, не думала я, что так прямо счастье-то какое. Киндер-сюрпризе. Конечно. Ты уже только не ешь сегодня шоколад. Ты уже столько его ела сегодня. Ну, потом... Ну, пока попался. Представляете, вот тигра попался киндер-тигр. Ну, покажи, какой на самом деле. Вот такой тигр. Ну? Чай! Ты свои подарки смотришь. Ты смотришь в моем пакете. У меня закончились. Твои уже все? О, у меня красивая шоколадка. Давай мне поблизости. Медведь. Красивый медведь. Шоколадный. Да, красота. А то и мои подарки все пооткрывала. Вот видите, какая красота. Вы большой-большой заяц. Ладно, ну все тогда. Подарки открыли, идем встречать Новый год.